кораблик – это славный элемент, улучшающий растяжку и баланс. С ним вам будет проще подниматься и спускаться по лестнице, разворачиваться на 180 и самое главное – делать хил-хил-игл. Элемент требует растяжки, а это значит, что нужно начинать разминку до того, как надели ролики. Начать его изучение нужно с растяжки бедер. Садитесь на коврик для йоги в месте, где много людей, и выпрямляйте ноги. После чего аккуратно сгибаем одну ногу и ложим ее на другую. Начинаем давить на коленку, затем можно ускориться. Да и в целом, растяжка не помешает. Неплохая растяжка. Для стеснительных у нас есть второй вариант. После разогрева мышц нужно встать возле поручня и постараться максимально сильно развернуть ноги. Стопы должны стоять в линию. За счет бедер колени разводим в стороны и наклоняем их вперед. То есть ехать вы будете на внутренней части колес. После чего делаем то же самое на роликах. Следующим шагом пробуем встать в него без поручня. Чтобы сделать это, одновременно разворачивайте корпус и ногу. А дальше пробуем все в движении. Отталкиваемся и делаем переступания как на месте. Для более продвинутых роллеров можно попробовать этот элемент на слаловой дорожке. Ставим конусы на расстоянии 120 см. Так и смотрится лучше и объехать проще. Главное, не забывайте про наклон коленей и бедер. И тут вы спросите, как же совершать повороты? Сначала задайте инерцию корпусом, затем бедром, и она переходит к ноге. Все просто. Перед каждым проездом в кораблике не забывайте растягиваться и всегда будьте в форме. Ах да, у нас открыта вакансия для лайков, она там.